Вон, видите, приходят, сдают сумками. Там взяла вот такие классные кофты. Такая Nike. И атлета взяла себе. Вот такую спортивную классную величко. Ярко-ярко. Очень красиво. Вот это вообще шикарно. Вчера я зашла в Tommy Hilfiger и вот такие костюмы еще купила. Так что переходите к нам в магазин. И там есть вот такие костюмчики. Смотрите, какие штаны. Ну, это очень прикольно. Только нога у меня сюда не влезет. Слишком. У меня нога сюда не влезет. Какой это размер? Четвертый. Ну, прикольно, да? Такие эти штаны мужчины носят модные. Так, ну все, мы пошли. Ух ты! Это Adidas такая крутая. Вот, представляете, конфетку. Людочку угостила конфеткой, она ее искала, искала. Встала сейчас. Нашли конфетку, села на нее. Сейчас штаны будем искать. Зашиты. Смотрите, у меня в машине было 4 вещи. Тебе просто отлично. Это Элен Фишер, 100% шерсть. Придется забирать. Вообще прекрасно тебе. Просто прекрасно. Да хорошо, хоть нашлись какие-то. Да. Ладно, я не выбросила их. Они там чуть-чуть зашитые. У меня несколько вещей есть, я хотела их в Goodwill отдать. Пришли в русский магазин, набрали вкуснятины всякой. Людочка ждет вкусняшку, посмотрите. Я возьму 2 таких творожника. Сухари взяла, лаваша, салат зимний, пирог с капустой, творог взяла, семечки. Этот, что там за манник у них, сейчас спрошу. Ой, Наполеон. Смотри, какое изобилие. Какое изобилие. Там у них цех, они все стряпают. Вот сидим с Людочкой на Гэри Стрит. Русская улица. Сан-Франциско. Купили кофе, чай. Достали свою еду. Вкуснятину русскую. Вот мусорные баки тут оказываются возле нас. Сейчас пойдем в гости, в аптеку. Подружки. Сан-Франциско, огромная проблема с туалетами. Мы вообще с Людой никуда не могли попасть. Вот пришлось мороженки купить, чтобы воспользоваться санузлом. Такая вкусная, вообще кисленькая. И они закрывают все магазины специально, то ли чтобы бомжи не ходили. И вот даже в центре, на Маркет-стрит, большой рост, огромный. Там столько народу, там закрыт туалет для обычных посетителей. Ужасно. Ну-ка, покажи твою красотку. Смотрите, что нахлобучил. Быстрее есть надо. Вот, что в туалет сходить, на мороженое покупать. Кошмар. Сегодня я сходила на акваэробику. Я вообще первый раз в жизни ходила на акваэробику. Никогда не посещала. Пришла и, представляете, смотрю, захожу, и свободная дорожка. Я глазам не поверила, думаю, мне кажется, что ли. И представляете, от того, что нехватка чего-то, ты хватаешь, прыгаешь, ничего не соображая, лишь бы занять. И я сходу, короче, бассейн в этот нырнула на эту дорожку. И потом думаю, я даже воду не потрогала. Может, там кипяток бы был. И от того, что этих дорожек дефицит, я туда с головой нырнула, прыгнула, лишь бы ее занять вперед. Такая выныриваю из воды и смотрю, думаю, хоть мне не показалось, что она свободная, то вдруг там пловец на этой дорожке, а я не увидела и занырнула. Ой, короче говоря, вот когда дефицит чего-то, все, голова вообще, голову теряешь. Ну и все, я на 15 минут раньше пришла, вот эти 15 минут я поплавала на дорожке, потом смотрю, бабушки идут на акваэробику. Чтобы вам сказать, какой там контингент, я была самая молодая и самая худая. Там одни бабушки, бабушка тоже вела акваэробику эту. Ну, такая стройная вообще, я смотрела на ее попку. Это вообще прекрасная попка у нее такая. Ну, вообще шикарная в таком возрасте, наверное, лет под 60. Я обалдела, прекрасная фигура вообще. Как у 20-летней.
так понравилось. Знаете, в воде там вот эти упражнения делаешь, и приятно, и ты как бы и не устаешь, но ты такую растяжку делаешь, там упражнения, пока потом вот такие гантели у тебя из пенопласта, они как бы не тонут, ты их усилием вниз опускаешь, руки тоже качаешь, и у меня так получилось, там нужно брать вот эти гантели, и вот такая из пенопласта тоже штука, ну как бы на ней плавать, вот такая дуга. И я ведь первый раз пришла, я не знаю, какие мне нужны эти инструменты-то. Ну и все, подошла к тренеру, она мне дала гантели и вот эту дугу. Я ее положила на бассейн, на край бассейна. Думаю, когда она понадобится, я ее возьму. И приходит там женщина, минут на 10 опоздала. Занимаемся полчаса, потом она говорит, берите свои гантели. И я смотрю, эта женщина подплывает и забирает мои гантели. И я, знаете, сзади стою, и мне так неудобно сказать, что это мои, потому что там полно еще других, но чтобы их взять, нужно мне вылезти из бассейна, обойти его, взять эти гантели. Как бы это должна она сделать, раз она позже пришла. И я такая, извините, это мое. Она мне спрашивает, и гантели, и вот эта штука, я говорю, да, это все мое. А оказывается, нужно для этой акваэробики или гантели иметь, или эту дугу. Но она, короче, мне отдавает это все. Вот я с этими гантелями занималась, и там надо выбрать, или тебе с дугой удобнее заниматься, или с гантелями. Если не знала, первый раз пришла, то я себе забила два этих инструмента, и женщине, в общем, не давай. Знаете, так неприятно тоже было, где-то полчаса. Ну, не по себе немножко было, знаете, потом уж я думаю, господи, надо было выйти из бассейна, другие взять, чем у нее это забирать. А потом думаю, ну так что ж, ей ведь надо было спросить. Ну, знаете, в общем, испортила настроение. Я все равно немножко этим. Эта группа полностью занята в этом спортивном комплексе. Бассейн с дорожками, джакузи большая и еще вот отдельный бассейн, такой там для детей. И кто глубины боится, ну не плавает, просто сидит там, киснет в бассейне. Вот для них вот этот еще такой небольшой квадратный бассейн, там проходит акваэробика. Группа под завязку. Вообще там, ну не знаю, человек 30, наверное. Я в восторге, мне все очень понравилось. Потом там в Аризону, когда уедем, я тоже буду ходить на акваэробику. Там бассейн большой, не так много народу, как тут. 25 на 27. Это эксклюзив. Стояла долго, думала над ней брать, не брать, потому что дорого. Ну, кто-то сдал, попросил, видимо, цену нехилую. Это коч. Посмотрите, какой красивый цвет. Тут выбита коч на коже. Она новая. Тут карманчик. Сумки. Смотри, чистые. Так, здесь у нас коч. Дырочка. Так, номер. Обязательно на сумке коч. Посмотрите, какая прелесть. Это эксклюзив. Таких сумок больше не увидишь никогда. Посмотрите, вот эти модные сейчас батончики. У меня с синим платьем слилось. Вот такие вот батончики. Сейчас очень модно. Хорошо очень затягивается здесь. Вообще, так вот. Можно и так вот носить, можно на плече. Это отстегивается большой ремень. Слушайте, какая удобная. Вообще она вместительная. Так, показываю состояние, идеальное. Новая сумка. Посмотрите, какая. Карабин, тут как все сделано. Еще увеличить можно. Такие прямо вообще. Фурнитура шикарная. Кожа. Коч. Хорошо, что я ее взяла.